продолжаем знакомить школьников и их родителей с тем, что ждет их в новом учебном году. На этой неделе наша съемочная группа побывала в 3-й Леневской школе. Гордость, надежда и основа любого учебного учреждения – его учащиеся и, конечно, преподаватели. Педагогический состав 3-й Леневской школы состоит из 39 человек. 89% из них аттестованы, 93% имеют высшее образование. Все предметы у нас преподаются педагогами, имеющими профессиональное образование. В школе созданы также благоприятные условия для повышения квалификации педагогов. Мы должны проходить повышение квалификации не реже 1 раза в 3 года. Педагоги нашей школы принимают активное участие в различных профессиональных конкурсах. И вот среди них есть и победители областного, и всероссийского уровня. И вот эти созданные в школе условия способствовали, естественно, оптимальному уровню качества обученности учащихся. У нас качественная успеваемость по школе составила 40%. То есть это вполне хороший вот результат, даже если мы смотрим на уровни области. Порадовал учителей выпуск лета 2017. 4 выпускников 9 классов получили аттестат с отличием. 2 выпускника 11 классов окончили школу с золотой медалью. Школьники успешно сдали ЕГЭ, особенно по русскому языку. Средний балл по школе составил 72 балла, что соответствует 5. Впервые в истории школы и, естественно, впервые в истории даже района. У нас в этом году 100-бальница по русскому языку. Естественно, что многие годы мы с завистью смотрели там на другие школы в Новосибирске, даже в городе Искитиме, что у них там есть 100-бальник. И вот теперь у нас тоже 100-бальник. Мы гордимся этим ребенком. Она у нас, это Ивенко Арина, она у нас участвовала в различных олимпиадах и по русскому языку, по литературе, по истории, по обществознанию. То есть это очень хороший ребенок. Мы рады за нее и рады, что она поступила в Новосибирский государственный университет. То есть желаем дальнейших ей успехов. Ребята, вот выпуск у нас был 18 человек. Из них 15 поступили в высшие учебные заведения. И именно мы рады, что они по своему желанию, то, что, о чем они мечтали, именно вот туда и поступили. 2 поступили в колледж, и 1 мальчик пошел работать. В этом учебном году 3-я школа набрала 3 первых класса. 72 ученика впервые сели за школьные парты. Их звонкие голоса и веселое щебетание заметно оживляют учебные будни. Для 22 ребят этот год в школе последний, выпускной. В учебной программе больших изменений не планируется. Будет продолжена работа, начатая ранее. Мы продолжаем работать в региональном проекте. Это очень такой значимый проект, который курирует Министерство образования. Внедрение модели системы управления качеством образования. Мы вступили в этот проект в 2011 году. Мы до сих пор в этом проекте, но через каждые 1,5 года мы участвуем в конкурсе по этому проекту. И если на начало этого проекта в проекте было 105 образовательных учреждений Новосибирской области, то вот на сегодняшний момент их 38. В сентябре 2017 года проходил очередной отбор конкурсный, и вот оставили 38. Мы единственное, что мы повышаем статус. Мы начали в этом проекте как пилотная площадка, потом мы стали стажировочной площадкой для школ Новосибирской области, а с сентября 2017 года мы стали учебно-методическим центром уже вот по этому направлению. В этом году будет продолжена работа по еще одному очень интересному проекту. Это совместный проект с 3-м отрядом Федеральной службы МЧС. 7-й класс посещает школу в особой форме, для них проводятся специальные занятия, организуются экскурсии. Ребята в этом году участвовали по этому направлению в конкурсе в творческом, стали дипломантами. В этом классе у нас очень хорошая успеваемость. Если по уровню даже школы, это самый высокий показатель, где-то 50%. Ребята учатся на 4-5.
На протяжении нескольких лет третья школа является победителем в рейтинге образовательных учреждений Искитимского района по итогам участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. В прошлом году учебном представитель нашей школы Артемова Юлия стала призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Это был единственный представитель в районе. Кроме этого, учащийся 10 класса Вершинин Александр у нас выступил на секции гуманитарных наук. Это среди образовательных учреждений города Новосибирска и высших учебных заведений. Там конференция проходила, и вот он занял первое место в этой научно-практической конференции. Работу он выставлял по английскому языку. И, в общем-то, все были довольны его выступлением. 12 мы, ребята, участвовали в районном фестивале проектов. Дипломы все получили первой степени, то есть работы были хорошие. Мы в этом году впервые в 9 классах и в 8 проводили на школьном уровне защиту проектов. Остались довольны работами ребят, работами наших педагогов. И это дает нам возможность в этом учебном году эти работы выставить на научно-практическую конференцию как в районе, так и в области. Довольны мы и своими спортсменами. Наша спортивная команда занимает призовые места в различных районных соревнованиях. Кроме этого, в прошедшем учебном году выпускница нашей школы Соловьева Дарья стала чемпионкой мира по карате. Чемпионат проходил в Румынии. А летом Галендухина Юлия стала мастером спорта по теннису. О результативности учащихся говорит и тот факт, что среди них 182 победителя конкурсов самых различных уровней – международного, федерального, регионального и муниципального. Молодцы ребята, так держать.